Просто мне тяжело разговаривать. У меня не восстановилась еще разговорная функция. Я первый месяц в госпитале, в больнице только мычал. I first heard about a man from the Minovka village in Poltava region of Ukraine, who the Ukrainian Secret Service tried to connect with the crash of the Malaysian Boeing, from a fellow Dutch journalist Stefan Beck. 2 years ago, he met Vyacheslav in Donetsk, where an elderly man found himself as a result of a prison swap after more than 2 years of abuse in Ukrainian prisons. Back then, Vyacheslav was not ready to make his name public, let alone communicate on camera. So he told Stefan his story on condition of anonymity. Today, when the former SBU prisoner lives in Russia and feels safe and more sound, I can finally get his story out in the open. После переворота, после Майдана, конечно, я не мог спокойно относиться к происходящему. Агрессивное меньшинство захватило власть в стране и диктует свои условия. Видел, что творилось, как захватывали нашу районную администрацию, как областную администрацию захватывали бандиты. А почему бандиты? Почему вы их называете бандитами? Потому что они действовали такими методами устрашающими. Он что, залп сделал? Изверг. Even more so, Vyacheslav, a retired officer of the Soviet Army, couldn't keep calm about the military conflict in eastern Ukraine, where many civilians, his countrymen, were dying. После того, как я своими глазами увидел, как штурмовик Су-25 расстрелял здание, увидел эти трупы ни в чем не повинных гражданских жителей, чаша терпения моя переполнена была. Я уже видел ВСУ как военных преступников. А самолеты летали через наше село, где я жил. А я как раз в этот момент лежал с поломанной ногой дома, лежал и видел, как они летали, летят туда с полной нагрузкой бомбовой и ракетной, назад пустые возвращаются. Они летали с Полтавского и с Миргородского аэродромов. Шли очень низко, на малых высотах, иногда даже на высоте там 100 метров. Пугали прямо всех домашних животных. Прямо над крышами домов. Двойками, тройками шли. Если в сторону Харькова, это значит, шли на Луганск. Если на Красноград летели, то на Донецк. Вот так вот визуально определял. Я увидел видео по интернету, кто хочет помочь Донбассу, звоните по телефону. Я позвонил. Ответила женщина, ее Клавдия звали, она депутат Народного совета была. Я с ней договорился, как передавать буду информацию о вылетах авиации на бомбежку, чтобы защитить мирное население Донбасса. Сначала через нее передавал данные о вылетах, потом она меня перенацелила на других людей.
17 июля 2014 года. Были вылеты военных самолетов? Были, были вылеты тоже самолеты СУ со стороны Миргорода летели на Донецк. Именно на Донецк? На Донецк. Угу. А сколько самолетов? 17-го двойка, два самолета летели. А вы могли разглядеть Су-25 это был или, может быть, истребитель 29? Ну, я офицер ПВО, я, это моя обязанность знать, какие самолеты. Я штурмовик от истребителя отличу. Так, и какие это были самолеты? Су-25, штурмовики. Столько времени уже прошло, как вы можете с уверенностью вспоминать, что это, что 17-го точно был вылет? Когда меня арестовали, мне предъявили документы, в какой день, в какое время были вылеты, и когда я звонил. То есть подтвердили мои звонки, совпадали со временем вылета самолета. Перед судом мне предъявили, что вот я именно во время вылетов я звонил и передавал данные. Он у меня был в деле пришит. Полетный график авиации с Миргородского аэродрома. Подписанный подполковником Бородавка. Когда мне предварительно избирали меру пресечения в Киеве, судья Малиновская сказала: «Наши самолеты не летали и не бомбили, но прокурор Олег Пересада так сделал головой и кивнул, наши летали, наши бомбили». Coincidence or not, but the prosecutor in Vyacheslav's case, Oleg Peresada, was also the prosecutor in the MH17 case. He represented Ukraine in the joint investigation team. Judging by JIT files leaked to Bonanza Media, Peresada tried to win his JIT colleagues over to the idea that the rebels had deliberately shut down MH17. The SBU actively assisted him in supporting this narrative. Меня же взяли в общем за то, что я все данные о полетах передавал в Донецк. Не именно по 17 числу, а в общем. Это уже потом начали раскрутку, когда я был в следственном изоляторе СБУ в Киеве. Тогда мне хотели еще пришить и Боинг. Там команда работала очень сильно, чтобы меня посадить. Очень сильная команда. Даже процессуальные документы оформлены были недолжным образом. Бегом им надо было быстрее отчитаться перед Порошенко, что вот поймали террориста, подчистки, подтирали, исправляли даты, исправляли время. Ну, на скорую руку все делали. Vyacheslav got detained more than a year after the MH17 crash in September 2015 on the basis of phone taps in which he was warning about the Ukrainian fighter jets flying to the conflict zone. But SBU officers decided to kill two birds with one stone and presented the former air defense officer to the joint investigation team as a person who informed the rebels about the Malaysian Boeing. Вызывали меня на допрос международной следственной группы из 5 человек, и там мне задавали вопросы. Следственная группа поняла, что я к Боингу никакого отношения не имею.
Следственная группа задавала вам вопросы про вылеты украинских военных самолетов в тот день? Нет, я звонил в тот день человеку с позывным 14-й. И они спрашивали, знаю ли я, кто это такой. Я говорю, я никогда в Донецке не был, и кто это такой, я не знаю. Просто меня с ним по телефону познакомили, и все. И кто это, я не знаю. Ну, то есть они даже не спросили вас, зачем вы звонили, что вы сообщали в тот день, что были вылеты военных самолетов? Нет, следственная группа не спрашивала. Их просто интересовало, знаю ли я человека с позывным 14, и все. Конечно, меня до того, как показали следственной группе международной, меня не били, а потом, как и всех, голову в стенку, по голове палками резиновыми, к стенке ставили на вытянутые руки, ноги на ширине плеч били под колени. Спать не давали, ночью поднимали, все время свет горел в камере. Орала музыка, громкоговоритель все время орал, не поспишь, ночью поднимают, ставят стенки, бьют и говорят, мы тебя, Сепар, научим Украину любить. С тех пор у меня вот от того, что били по голове сильно и головой в стенку, с тех пор у меня инфаркт головного мозга, инсульт, кровоизлияние было. Ну, вот такие дела. Требовали признаться в том, что я террорист. Я на суде сказал, что я признаюсь только в том, что я звонил, передавал данные о вылетах для того, чтобы защитить мирное население, потому что военные летчики являются военными преступниками. Они летали бомбить. А судья мне, председательствующий, говорит, а вы думали, что у летчиков тоже есть дети? Я говорю, а летчик думал, что убивает чужих детей? Уже 19 числа, когда я возвращался с работы из Полтавы в село, где я жил, я видел на платформе со стороны Харькова, на Харьковском шоссе в сторону Киева эвакуировали два бука на трейлерах. Их везли в сторону Киева. Это было в Капалах в районе 19 часов в селе Капалы. А вы как-то связываете эти буки? Почему вы вдруг решили про эти буки сказать? Я связал уже позже, когда украинская сторона заявила, что буков на Украине нету, тем более в том районе не было буков. Тогда почему эти два бука вывозили из района боевых действий?